Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вы будете смотреть что-нибудь новенькое по танкам. Если хотите ничего не пропускать, анонсы, розыгрыши, бонус-коды, открытие контейнеров, прокруты рулеток за цены техники и многое другое, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я вам буду благодарен, для вас бесплатно, для меня безумно приятно и помогает развиваться, чувствуя вашу поддержку. Спасибо большое за то, что подписались на канал и не забудьте прожать на колокольчик. Суббота, утро, и в игре появился новый розыгрыш на бомбические контейнеры. Рулетка, прямо скажем, хитрая. Почему хитрая, сейчас попытаюсь объяснить. Но начнем с того, сколько стоит вся рулетка. 25 покрутов суммарно, и за них вы отдадите 33 871 золотой. При этом рулетка разделена на два участка. 15 прокрутом в один золотой. И в случае, если будете крутить до 15 включительно, то здесь вам первый участок обойдется в 8081 золотой. Я лично считаю, что до 15 прокрута плюс-минус покрутить можно, потому что в целом здесь прокруты стоят, как правило, ну даже я бы сказал, в большинстве своем, меньше себестоимости контейнеров, которые могут вам выпасть. Но только если мы говорим с вами о тех контейнерах, из которых действительно можно что-то получить. Ну, я имею в виду какой-нибудь танк или какую-нибудь голдишку. Не будем брать сюда в учет такие контейнеры, как контейнеры с легендарными аватарами, либо, допустим, контейнеры с кастомизацией. Так вот, ребят, в отношении хитрости рулетки, во-первых, начнем с того, что себестоимость вот этого всего просто покрывает себестоимость каждого из контейнеров в зависимости от количества контейнеров, которые сюда положены. Ну, допустим, я себя чисто ради интереса посчитал, что, допустим, те же самые мистические контейнеры, коих здесь можно забрать, как вы видите, 11 штук, по 650 золота за каждый из контейнеров, а мне кажется, что 650 голды за мистический контейнер — это типичная цена для данного конта. Если не согласны, пишите в комментариях. Может, я немножко завысил ценник или наоборот не дотянул. Так, по моей лично калькуляции получается, что вот эти 11 мистиков, если вы будете покупать по 650 голды, это 7150. Допустим, те же самые мега-контейнеры. Да, контейнеры вроде бы типа неплохие, но далеко не всем все падает то, что хочется. И я бы сказал так. Нормальная объективная цена на данные контейнеры — 1250 золота за один контейнер. Здесь этих контейнеров у нас 9. Ну и таким образом получается, что общая стоимость их составляет 11250. То бишь два вот этих вот слота в рулетке. При этом стоит отметить, что здесь их, повторюсь еще раз, 9. И если у вас не было талисманов из этих контейнеров, то, соответственно, 1000 голды назад вам не вернется. Ну, вот такая вот маленькая хитрость для того, чтобы вы не окупились в случае, если из этих контейнеров ничего годного не получите, то бишь лишнего дополнительного косарика золота, чтобы вам не упало в золотую копилку. Если мы говорим с вами о главной награде, о бомбических, допустим, то 7 штук бомбических, по моим подсчетам, если брать по 1000 за каждый контейнер, а именно такую цену я бы дал за каждый из этих контов, то получается 7000 золота. Придется потратить, если будете просто в магазине покупать. Ну и, допустим, те же самые черные ящики, они стоят всегда исключительно в реальных деньгах, потому что из них выпадает только золото. За золото купить нельзя, но будем говорить так. 8 контейнеров по 500 голды. Согласны со мной по поводу ценника? Тогда получается 4000 золота. В общем, суммарно, если все это дело посчитать, да добавить сюда 2 сюрприза по 1250, которые есть сейчас, кстати, в магазине, а это 2500 золотом, то получается, что общая стоимость данной рулетки, ну, плюс-минус где-то 3400, если не давать цену вот этим вот контейнерам. Таким образом, получается, что в целом то, что здесь лежит, стоит того, чего стоит эта рулетка. Вопрос в том, что будет выпадать отсюда и на что конкретно вы свое золото потратите. Я не планирую идти в данной рулетке до конца, просто не вижу смысла сливать 33800 голды в неизвестность. Я лучше в магазине куплю конкретную машину, но до первой единицы планирую пройти, а там дальше видно будет. 3 контейнера, черные ящики. Что самое интересное, что на собери их все, допустим, процент выпадения, если я правильно помню, был выше. Но здесь забираю 300 голды сразу с первого контейнера. Со второго контейнера забираю еще 300, того 600 уже в плюсе однозначно на 1500 золота. И здесь у нас, ребят, выпадает даже еще 200. Того получается плюс 700 в копилку и черный ящик второго уровня. Интересно, третий уровень даст? Да, дает третий уровень, очень хорошо, 600 золота в плюсике.
1300 голдеи плюс еще 900, 2200 золотом добавляется в копилку. И это, ребят, я сделал только первый прокрут за сотню. Не говорю ни в коем случае, что вам будет выпадать точно так же, как и мне, поэтому учтите, ваши прокруты могут отличаться от моих, а значит, такого окупа у вас может и не произойти. 150 голды приносят нам, ну, давайте еще черные ящики, мне понравилось. Нет, контейнер-сюрприз, самый бездумный контейнер, как мне кажется, контейнер с контейнером, в котором, возможно, что-то будет. На что контейнер? Контейнер на Калибана. Ничего себе! Блин, я скрестил все пальцы, какие только можно было скрестить. Калибана нет. Калибана нет. Губу можно закатывать обратно. Ну, вот контейнеры сюрприз меня, честно говоря, больше всего раздражают. Они какие-то самые бестолковые, как мне кажется. Пишите комментарии. С удовольствием почитаю, насколько вам эти контейнеры нравятся. Я просто считаю, что контейнер это такой себе мешок с котом. И то не факт, что кот там есть. А контейнер сюрприз это мешок с мешками, в которых, может быть, есть коты. И не факт те, которые вам нужны. Короче говоря, получается прям совсем масло масляное. Спасибо большое. Сыграем, конечно. Играть я люблю. Ну что, 250 золотом. Что приносит 250 голды мне? Я хочу получить себе, ну, понятное дело, что не легендарные аватары, я хочу получить себе, собери их все, хотя придется три раза их открывать, тогда косарь получу, у меня есть 7 частей на 1000, и хочу получить себе 3 мега-контейнера, но понимаю, что это, ну, прям совсем сложно, опять-таки, для того, чтобы получить 1000, собрав талисманы, а там дальше видно будет, может, еще что-то оттуда выпадет. На бомбические вообще не рассчитываю, потому что по моей практике получается так, что из таких вот рулеточек главная награда выпадает на последнем прокруте. Шансы там практически на уровне плинтуса получения главной награды, ну и соответственно рассчитывать на то, что именно она выпадет, я бы не рекомендовал. Забираем третий контейнер, в принципе, неплохо, блин, 3000 голдой упало в копилку. Ну нормально, здесь действительно классно. Что у нас по шансам? Черные ящики 11% за 1 и 5% за 3 контейнера. Выше на мистике, с которых сейчас выпало 3000, но я думаю, что это не более чем удивляющая меня ситуация. Контейнер с кастомизацией, как видите, затягивает на себя целых 20%, и при этом всем, слава богу, больше нет контейнеров на аватары. Уже большое спасибо. Мега контейнеры 15%. Глядишь, может и выпадут. Ну что, поехали тогда дальше. Поехали крутить. Но... О, какая прелесть. Один, но зато какой. Да никакой, скорее всего. 300 золотом. Ну окей, хорошо. Вот сейчас то, что я говорил. Я с этого прокрута получил 300 голды, потратил 370. То есть, в принципе, пока я прокручиваю рулетку и за каждый прокрут получаю какую-то награду, себестоимость которой совпадает с адекватной ценой на тот или иной контейнер. А вот то, что будет после 15-го прокрута, это уже выход за предел себестоимости. И вот там уже действительно стоит подумать, а стоит ли крутить. Потому что отдавать, допустим, за какой-нибудь мистический контейнер 2500, ну, согласитесь, будет очень дорого. Забираем, собери их все, 535 голды. Ну, вообще хочется, конечно, танчик какой-то получить. Желательно тот, которого нет. Давай мистический сертификатик, пожалуйста. Слышали этот звук? Это кто-то подписался. Берите пример, ребята. А тому, кто подписался, спасибочки огромное за поддержку. Мне безумно приятно, когда я вижу увеличение и прирост количества постоянных зрителей с подписочкой. Смотрим. Целых 15 еще надо, но понятное дело, что с этой рулетки я их не заберу. Их просто нет тут в таком количестве. Мистиков сюда положили всего 11 штучек. Все. Забрали. Вроде бы больше нет. И что дальше? 625 голды. Открываем. Собери их все.
Кстати, по поводу «собери их все». Мне так нравится, как «собери их все» сюда положили. Положили «собери их все» сюда целых 3 контейнера по одному. А, причем их просто можно купить 3 в магазине за полторушку, и будет, в принципе, практически то же самое. Забираем. 720, господи, 2. До 2 еще не дошли. 720 золотом. Нет! А-ха-ха! Какой фейл! Какой фейл! Ну не будет кастомуха, блин, столько стоит. Ну зачем? Око дракона. Досмотрел я ваш глаз, блин. 830 золотом. Ну вот, затягивают вот эти контейнеры с кастомизацией, с аватаром на себя шансы, и, соответственно, себестоимость всего остального таким образом вырастает. Черный ящичек, еще один. Давай дойдем хотя бы до третьего левела с тобой. Третий левел сразу! Красота! Красота! Но четвертый будет? Не будет. 600 голды. Хорошо, мне еще не хватает 3 контейнеров 3 уровня открыть, для того, чтобы получить черный сертификат, так называемый. 950 голды. 950 золотом, что мне дают? О! Ну, посмотрим, мега-контейнер будет мега или все-таки просто контейнер. 300 золотом. Ну, мега его, конечно, не назовешь. По талисманам мне одного буквально не хватает. 1150. Если я не ошибаюсь, то это, по-моему, последний прокрут. А, нет, еще будет за 1450. Ну, ладно. Сливаем, грубо говоря, там неполные 3000. Посмотрим, что из этого получится. Я пока нахожусь в плюсе по сравнению с тем, с чего я стартовал по золотой копилочке. В итоге, скорее всего, в ноль просто выйду. 1000 голды, это очень хорошо, это очень хорошо. И контейнер на супер коня. Давай, давай мне супер коня, пожалуйста. Давай. 750 золотом, ну нормально, нормально. 1000 до 750, косарь 750 приземляется в копилку. И как раз практически, ну не практически, а он полностью покроет, даже с лихвой, вот этот прокрут последний в первом участке, если не считать прокрута 15-го. Просто класс! Вот, вот жаль, что я пообещал в свое время не материться на канале. Ну, ребят, ну 1450 голды за контейнер с кастомизацией. Как вам? Классно приобрел? Вы бы покупали? Ну, реально. 1450 золотом за анимированный аватар песчаный червь. Какая прелесть. Какая прелесть. Почему ты раньше мне не выпал? Один золотой. Давай. В любом случае будет годная покупка за 1 золото купить себе 1 мистик. Я бы накупил мистиков себе по 1 золотому за каждый. Даже не знаю сколько, может даже 2 купил бы. Есть, закрываем. Ну что, давайте будем смотреть. Мы дошли до прокрута в 1990. Здесь у нас, ребят, черный ящик с вероятностью в 13%, целых 3 ящика. И даже если открыть 3 ящика, из одного выпадет вплоть до 3 уровня, то в любом случае, мне кажется, что 2000 черных ящиков ты не соберешь. Мистический контейнер. Пускай даже 3000 выпадет, чисто теоретически, тогда будешь немножко в плюсе. Но шанс выпадения крайне маленький, а мистический сертификат-то и того. Думаю, шансы гораздо меньше. Контейнеры бомбические, нифига к ним мы не подвинулись, потому что меньше 1% до сих пор, а значит они все равно при таких шансах выпадут, ну, последними с вероятностью 99,2%, да? А, нет, 99,1%, что выпадет все что угодно, кроме них. Ну и контейнеры, собери их все с 20%, а мега-контейнеры с вероятностью 27%, причем за 1, а за 2 11%. Того получается, что, что бы сейчас мне не выпало, оно в любом случае не окупит стоимость контейнера, ну разве что танк какой-то коллекционный упадет, 10-го там или 8-го хотя бы уровня, и то, если выпадет 8-ка коллекционная, то она принесет мне 3750 компенсации, это всего лишь 1750 сверху, ну 1850, нет, 1760, простите, сверху,
но шансы выпадения, ну, в край маленькие. Именно поэтому я останавливаюсь, боженька наделил меня интеллектом для того, чтобы соображать и думать, что я делаю, ну, чего, в принципе, и вам рекомендую. Пользуйтесь математикой, пользуйтесь своим умом перед тем, как принимать решение, идти вам до конца в этой рулетке или нет. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. В целом прокрут считаю успешным. Я вышел, пускай в небольшой, но все-таки плюсик. Если быть точным, то у меня было на счету 351 936, а на данный момент 352 805. Итого получается я в плюсе на 870 золотом. Я лично считаю, что лучше остаться в таком плюсе, нежели уйти в существенный минус. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.